Канадский тренер Брайан Орси рассказал, что у него был разговор с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой по поводу двукратного серебряного призера Олимпиады 2018 Евгения Медведева. По словам Орсера, Тарасова поддерживает решение фигуристки уйти от Этери Тутберидзе и тренироваться в Канаде. «Я только что очень коротко переговорил с Татьяной Тарасовой, и у меня осталось ощущение, что она внутренне поддерживает решение Медведева, хоть и не сказала об этом напрямую», – приводит Эр Спорт. Слова Орсера. «Очень надеюсь, что это действительно так. Мне бы хотелось иметь возможность хотя бы иногда спрашивать у Тарасовой совета. Она совершенно невероятный и очень мудрый специалист».